У меня есть предложение, значит, вот тот отчет, который о деятельности администрации за 2020 год, который мы все получили в письменном виде, да, все его изучили. Если есть там актуальные какие-то вопросы, предложения по улучшению работы администрации нынешней, то можно вносить, да? Но вопросы, как понимаете, некорректно задавать. Но есть одна неделя, когда Петр Рябчев приступил в 23-е, да? Я предлагаю по этому времени, возможно, какие-то у кого-то будут вопросы. Вот. Ну, еще раз повторяюсь, если есть какие-то вопросы, предложения, вернее, о улучшении деятельности администрации, да, пожалуйста, за 2020 год. Нет возражений? В любом случае, мы будем принимать отчет к сведению, да? Согласно того положения, которое мы приняли, оценку мы не ставим, так как глава работает менее года. Вот, в общем-то, и все. Нет предложений? Нет, да? Ну, тогда предлагаю вообще данный отчет принять к сведению и на этом поставить точку. Нет возражений? Нет, есть вопрос у нас. Пожалуйста. Я же говорил, вопрос есть? Нет. Петр Яковлевич. Да сидите. В одном из первых интервью в 2020 году телеканал ОСА вы говорили, что будет проведен аудит котельных и аудит финансовой управляющей компании. Что-то было сделано в этом направлении? Александр Александрович, извините, перебью. Отчет за 2020 год. А от недели была 20-го. Я что, вопрос могу задать, что ли? Ну, проводит, значит. Ну, Петр Яковлевич, поясни, ты ж не глава. Я не глава. И обязан вести сессию, поэтому... Да, мы говорили о проведении аудита. Такой аудит проводится до сих пор как силами администрации, так и силами привлеченной организации, которая зашла у нас 7 июня. И в настоящее время работа продолжается. Да, комиссия работает, такая серьезная комиссия, я бы сказал. Еще вопросы, пожалуйста. Если вопросов нет, предлагаю отчет главы принять к сведению. Кто за данное предложение, прошу вас, кто за, кто опустить, против, воздержался, принимается. Спасибо.